Сегодня же Борис Джанаев провел рабочую встречу с директором Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения России Алексеем Благининым и ректором Академии Министерства просвещения Павлом Кузьминым. Одна из главных тем проведения в республике года педагога и наставника, объявленного указом Владимира Путина. Как отметил Алексей Благинин, все субъекты страны активно включаются в работу. В свою очередь Борис Джанаев сообщил, что правительство утвердило оргкомитет, готов и проект плана мероприятий. Также в Северной Осетии открыли отделение российского движения детей и молодежи «Движение первых». Сегодня уделяется особое внимание, конечно, и поручениям президента, которые были даны. Это создание года наставника и педагога, «Движение первых». Здесь у нас конструктивная работа идет. Слаженно сформирован уже организационный комитет. Даны конкретные поручения. Руководитель нашей республики держит на личном контроле сферу образования, ну и в данном случае патриотический дух нашей молодежи, населения. Сам он бывает постоянно на передовой, и в данный момент он тоже там. Я знаю, что у вас региональный оргкомитет создан, у вас есть план основных мероприятий, которые вы, наверное, скорректируете с учетом федерального плана, который мы с вами получим. И самое главное, коллеги, в федеральном плане будет новый раздел, мы про него еще не говорили, это раздел, связанный с коэффициентами результативности, показателями результативности этого года. Вот вам нужно будет тоже, в свою очередь, на уровне республики продумать над теми KPI, которые вы сами перед собой поставите в рамках года педагога и наставника, это очень важно.